Всем привет. Едем на избу. Сегодня один. Ладно, занятие. Никак его не взять. Отвезем. Ой, 7 полотен от дверей. Там привада. Изи. Спасибо парням за изи на приваду. 2 мешка. Вот. Ну и вот эти фуфайки на балаган. Да и все. Так проведать. И дров напилить еще надо на избу и на балаган тоже добавить. В общем, по хозяйству. Взял сегодня чику одну, чтобы размялась, а то бедняга засиделась уже. Даже если она кого-то найдет сейчас, это еще не страшно. И она надолго, больше 3-4 часов работать не будет. Так что вот так. Будем на связи. Опять двери открыты почему-то. А, так мы, наверное, ее и не закрыли просто, поэтому так уж получается. Листы на месте. Ну, буран подваливаться не самый просто. Куда ты лезешь-то, а? Лезет она. Не самое простое. На кедрушку тявкает. Нас-то и меня держит. Уж не знаю. Где будет? Ну такой он, по ощущениям, не самый прочный. А, вон там кто-то, белка что ли сидит. Пойдем поглядим. Жалко, времени-то мало. Так бы можно было полазить, поискать даже медведя какого. Ага, ага, кто-то вон там есть, наверху. А кто есть, нифига не вижу. Вижу, что кто-то шевелится. Не пойму, кто. Сова, что ли, какая-то, или кто там? Это вот тут вот. Не вижу. Ну, не соболь точно. Что-то мелочь сильно. Или это, может, барундук? Палки-палки. Конечно, наверное, барундуки лазит. Вон там кто-то есть. Я вот камеры не вижу. Будешь ты дома. Вон там кто-то затихарился, вон там в развилке. Ладно, пойдем чуть-чуть. Молодец, пойдем. Сейчас, наверное, медведи-то лосям кровь сворачивают. Тишина, красота. Едем потихоньку, пока ничего не развалилось. Взял вот эту фанеру для ремонта лабазы с избы. Эти дыры, что мне в том году медведь наделал, надо заделать. Нифига себе, ведро нашлось потерянное. Что-то выкопал, капец, вон какую ямину. Где ведро-то? Вот он. С приманкой. Выше пояса моего. Причем само ведро-то так и не тронуто. Выкопать выкопано. Ну, это лисица, наверное, хотя. Не знаю. Ну, что сегодня медведь. Едем к балагану. Там одна чужая буранка, не старая. Нашу вот эту, вот мою еле как видно, проезжали по насту поперек. Надо будет потом прокачусь, посмотрю, что за следы. Сейчас надо ехать, он подваливаться начинает. Местами здорово. Надо скинуть это все уже на этот, на балаган. Так что поедем дальше. Ну прикольно, такую ямину выкопали. А ведро-то и не этот, получается, не смогли разобрать.
открыто. Ой, ёп. Еле как прокарабкаешься еще. Ай, сюда. А, блин. Ганс опять почему-то на бикрене. Все валяется. Я подсох на трассе, хорошо. Но мы тут как ночевали, так как будто бы ничего особенного не случилось. Все, можно двери таскать. Че, какие-то уже часто лает кого-то. Около 400 метров, вот тут где-то речка. Тут какое-то гнилье, типа как родник, не родник, наверное, сочится туда. Тут норки, видимо, бегают, надо тут капкашки вот ставить. Вот там где-то. Коптером пробовал, летал, я так и не нашел, кого она там лает. Какие-то следы нашел, но непонятные. Такое ощущение, что где-то под кедриной лает-то, ее не видно, собаку-то. Я все там облетал, батарейку посадил. Сейчас решил взять с собой коптер, карабин. А, еще сейчас лыжи возьму и пойду потихоньку, потому что нас как бы рушиться не начал, аппаратно потом вообще не выйду. Расклинило, бляха. Как раз остановился, заглушился и слышал, что собака лает. Не рыкает никто, ладно, лыжи беру и пошел. Да, ребят, 97% пришлось. Я там ходил, вот речушка эта течет. Пихтуил. Идти. Идти просто невозможно. На лыжах как по льду катишься. Их такой звон стоит. Мерзкий. А без лыж валишься. Не знаю, может еще попройду чуть-чуть и коптер запущу. Не пойду ближе. На лыжах-то чуть не разбился, с гирлом поехал. Как остановишься. И такой треск стоит, что караул как будто пустое корыто. 280 метров на собаке. Ну что, братцы, так и есть. Лось стоит, непонятно, коровка или бычок. Ой, стоит под кедрушкой, поэтому фиг найдешь. Собаку еле как увидел.
Айда! Фиг ее сейчас надо снять, пока не этот не натявкается. Ладно, пошлепали к бурану. Все. Сейчас выйдем, чайку попьем. На буранке будем ждать ее стоять. Кроме эмоциональных переживаний, собака лосю ничего не сделает. Он стоит, нервничает, конечно, но я думаю, не критично. Это все ерунда, никто его не гонит, буранами не загоняет, поэтому сейчас спокойно уйдем. Ладно, пошел я, там мне и лыжи, и коптер, и еще карабин тащить, никак не поснять. Все, топаем назад, ну, нас тут ходит, братцы, надо, в общем-то, на свой, опа, дна не достать. Да, блин, как я отталкиваться-то. Опа, в общем-то, здорово откисает. Вот эту пойму надо перейти, вот мои следы, туда я шлепал. Сейчас эту поймочку перескочим, какие он гнилые, проталины. Зайцы, видно, уже ходят, только травка вон какая-то зеленая растет. Это еще посвистел, так еще звонче орать начала. Сейчас, оп, чай пьем. Буран освобождаем и все. Фух. Так, лыжи в санке. Нафиг. Карабин в чехол. Он освободился в санке. Фух. Добрались. Елика. Все. Пьем чай. Буран освобождаем, едем. Да, блин, конечно, так-то бы. Надо бы молодежь было взять, потренировать-то. Но я думал, что вдруг корка держать не будет. И Чика-то далеко никуда не убежит. А получилось вон чего. Ну и не брать ее совсем в лес тоже не дело. Тем более бумага на медведя есть. Шанс наткнуться на медведя уже есть. Поэтому... Сейчас чай пью. Орёт. Из этих чепурей выкарабкиваемся. Там где-то на горе наша буранка. Вон там. Чуть проедем и будем собаку ждать. Надо как-то выбираться. Все, уехал достаточно далеко, чтобы собака поняла, что я уезжаю, что ее не жду, к ней не подхожу. Но и совсем не уедешь, потому что это совсем на другом конце участка. Она может сейчас на балагане спать лечь, потому что лапы у нее и так уже в кровь сбиты. Вот так вот. Но буран валится сильно прям, даже по своей буранке валится. Поэтому... Тяжеловато будет сейчас выкарабкиваться. Сейчас еще надо на приваду заехать. Мешки съезжем выгрузить. Фанерку закинуть. Шмотки. Потом уже ближе к дому поворачивать. Так что еще куролесить, по идее. Поскорее бы мартышка пришла. Не бежит пока что. Отъехал вот от нее.
заехал на гору. Да блин, что? Показываю, что нифига. Вот. Ну, слышно, лает еще. Вот отсюда даже 800 метров. Слышно, что лает. До сих пор тявкает, но уже реже. И думаю, что, может быть, через часок бросит. Сейчас хочу здесь порядок навести, уложить, тряпки положить. И вот так поперек натяну веревку. И к этой веревке за середину привяжу чеку. Местечко я приготовил. Веревки приготовил. Ох, и натявкается, прибежит. Чика все лает. Как успокоиться не может. Я вам уже пихты нарвал. Пару веничков. Фу, сделал. Эти отходы не выкидываю, когда я бор выше. Такой мешочек сейчас все сложу. Это завариваем потом отдельно и на каменку. Не знаю, когда она там уже успокоится и придет. О, какие хорошенькие. Для баньки сам то. Что там у нас? Ага, 700 метров, 750. Значит, идет где-то. Ага, своим следом идет. Потихоньку назад идет. Отлично. Все, ждем. Где-то рядом уже чешет, как будто бы. Я хоть разогреюсь, а то замерз. Пока с бураном ты сидел, ждал ее. Метров 200 вот я навстречу иду. Где-то уже рядом, как будто бы бежит. А где бежит, непонятно. А, он бежит. Пошли! Каракатица. Ты чё там? Где заблудилась-то? Ждал тебя. Пошли. Ой. Иди сюда. Он идет раскоряк лапам, капец. Сейчас я тебя в санки посажу. Пойдем, маленькая моя. Умница, пойдем. Умница. Все, не смотри туда. Смотрит он назад, типа, пойдем. Хозяин там говорит, есть что-то. Да ты умница. Идем. Чё, у тебя тоже корка-то не держит, да? Не очень-то тебя держит. Сейчас пойдем, там печеньки я тебе оставил. Хлебушка. Перекусишь, да. Все, умничка. Пошли. На фуфайку-то и просить не надо. Умаялась бедняга. С непривычки-то. Все? Ну поедешь, ты, конечно, ты выскочишь, тебя привязывать надо так и так. Все, тихо сиди. Все, чекуха, едем. Погнали. Вот гость заезжал, но уже некогда смотреть, куда ездил. Поперек моей буранки. Я тут не езжу по этому профилю. Вот. Был, скорее всего, след прошлых выходных. Морозец был, потому что в субботу сильный и на неделе был сильный. Потому что нисколько не проваливался. Уехал без саней. Надо заметить. Больше пока нигде не пересекал я его след. Может, у привады там что-то посмотрим. Ну что, добрались мы с тобой до привады. Кто-то нынче ходит. Раньше никто не приходил. Я бочки были заметены, нынче. О, все повыело, смотри-ка. Особо нет времени. Сейчас все тогда эту бочку забиваем рыбой. Еще вешаем запаховую мешок. Ну и все. Так что не зря привезли, да, Чика?